Семья Абдрахманов переехала в новый дом в микрорайоне Жастар в декабре прошлого года. По словам новостей, работы выполнены качественно. К слову, в этом же 60-квартирном доме жилье получили 3 многодетные семьи, 17 воспитанников детских домов, 40 представителей социально уязвимых слоев населения. У нас большая семья, 4 детей, старшей дочери 11 лет, сыну 7, а близнецам по 3 года. В очереди мы долго не стояли, до получения снимали квартиру. За последние 5 лет многодетные матери, состоявшие в очереди, 100% все обеспечены жильем. Воспитанники детских домов после 18-летия также получили квартиры от государства. И у нас реконструкция жилого дома, 80-квартирного жилого дома, тоже по программе «Нурлы-Жер». Изготавливается проектно-сметная документация. На следующий год планируем реконструкцию этого жилого дома. Тем временем в Державинске пустует более 20 многоквартирных домов. Из них 11 акимата района намерен реконструировать. Это позволит полностью закрыть показатели очереди на жилье в регионе, отмечают специалисты. Жандос Сайлау, Алгамбек Манарбекулу, Медет Кайрекенов, Кокши Ахпарат.